Здравствуйте. Меня зовут Денис. Денис Кривоносов. И я гордо могу заявить, что я ученик великого. Великого, без преувеличения этого слова, кузнеца Пастухова. И вчера, в числе первых, мне довелось лицезреть крик души этого человека. Крик души своего учителя, гуру, отца моей ковки. Сжалось сердце. Не могу сказать сердцем. Не могу, оно сжалось. Скажу разумом. Написал. Долго писал. Но написал. Кто мы, братцы? Ярмарочные шуты или гордые люди? Как же у нас так вышло, что слово «ремесло» стало ассоциативно восприниматься с чем-то народно-фольклорным? А я вам отвечу. Мы зарылись в прошлом. Мы окопались традициями. Мы не хотим ничего менять, а пора. Пока наш голос окончательно не потух в гнилых гаражах и плесневелых подвалах, которые мы, по недоразумению, называем своими мастерскими. Слышу голос будущих комментариев. Работай, развивайся. Кто тебе мешает? Сейчас время возможностей. Бизнес. Ответьте же мне, люд мастеровой. Хоть одна бизнес-идея. Хоть какие-то площадки, платформы, кластеры, парки. Технопром-парки смогли повлиять на ваше творчество, на ваше искусство, на вашу жизнь? Нет. Вы также корячитесь, живете одним днем, а многие из вас одним заказом. Я знаю много талантливых мастеров, готовых их лечь. В прямом смысле этого слова лечь. Их кругозор уже ограничился парой жирных заказчиков и сарафанным радио. Это нормально? Нормально. Не обвиняю. Нет, не обвиняю. Сам так рассуждал. Рассуждал, потому что другого в нашем деле не дано. Не видно просвета. Драконовские кредиты. Безумные аренды. Невменяемые инвесторы. Ответьте мне, как поставить искусство на конвейер? Они ответят. Они и мне, и вам ответят. Так вот, сперва пусть услышат, что я об этом думаю. Нет той бизнес-модели. Нет шаблона взаимодействия. Если мы говорим о ковке, как об искусстве. Тут каждый сам себе выбирает, зачем он в нее пришел. Я пришел нести красоту людям. Конечно же, не откажусь от хрустящей котлеты, я купил, конечно. Но она не лезет. Не лезет эта котлета в глотку от понимания того, что этой сдачей от меня откупился мнимый аристократ, прячущий искусство за бетонным забором. И все это ради одного поганого слова. Бонд. Я знаю, как дешево и красиво уковать свой город, чем, собственно, и пытаюсь заниматься последние 10 лет. Уверен, каждый из вас знает, как сделать подобное. Но припомните, пожалуйста, сколько раз в вашей деятельности проскальзывала такая искра возможностей. У меня была. Я благодарен президенту республики Рустаму Нургалиевичу Миниханову. Я благодарен главе района Афанасию Михайловичу Павловичу. Но такие люди не будут водить всю жизнь за руку. Они не должны. Именно тут необходимо осознание того, кто ты. Кому ты покажешь свой труд? Тысячам тысяч или единицам? Дашь ли ты простым людям, таким же, как и ты, прикоснуться к прекрасному? И если дашь, будь готов к расплате. Тебе такого точно не простят. Почему-то громко. Кто не простит? Не простит наша сегодняшняя действительность. Пока мы прячем свой труд в особняках, он никогда не станет достоянием общества. Но и не имея хорошего заработка, невозможно сделать свой труд общественным. Вот она, суровая реальность будней, когда ты видишь, как люди к тебе тянутся, но не в силах им помочь. Так вот, вернемся к возможностям. Возможно закатать 100-тысячный город не убожеством, а красивыми лавочками, тематическим освещением, арт-объектами ковки? Возможно. Дорого? Нет. Для 100-тысячника с производствами это сдача. Мелочь в карманах. Ни за одним крутым забором столько мелочи и не снилось. Они мечтают, как закрутить эту сдачу, скупить на нее все красивое и спрятать. Спрятать подальше, поглубже, во славу понта великого. Вот и получается, что те,
от кого нынче зависит благополучие мастерового люда, сами и загоняют его под лавки. Выманивают пряником, когда им это нужно, и с прежним остервенением снова заколачивают обратно. И мы, попадая в зависимость одного заказчика, вынуждены выслушивать от несведущих, порой невежественных людей, как должно выглядеть искусство и кому оно должно принадлежать. А кому оно может принадлежать, если искусство в сердцах наших людей? Как оно должно выглядеть, если каждый для себя решает, что красиво, а что нет? И только согласие множества сердец и решений делают вещь великой. Именно это, а не антикварное хранение на потеху недоразвитого искусствоведа. Так вот, к чему я все это? Хочу просить вас, люд мастеровой, вы соль земли российской, без вас не явить красоту серым будням. Гордитесь собой, цените свой труд и являйте его миру. Нет универсального правила, как выпускать свое творчество на свободу и как сделать его дорогим, но доступным любому. Тут у каждого свой путь, своя миссия. Но я уверен, если каждый из нас хотя бы на миг задумается над этим, то мы это сделаем. Ведь нас очень много.